Ребят, в общем, у меня произошла такая проблема. Когда я проходил психозис, у меня записывалось видео, и я не забыл его включить. Но произошла другая проблема, несколько странная. Дело в том, что у меня закончилась память, то есть была недостаточно ее, и видео прекратилось. О чем я говорю? Попытка с нуля до ста у меня не записалась. Но у меня есть пруф на 98%. Я его уже выложил, посмотрели. А теперь по поводу попыток. Так, я комментарий оставил, ну вот. Что вчера я оставил комментарий, что видео выйдет с пруфом 98%. Но я вчера не мог выложить. Поэтому сейчас я это сделаю. Так. Сейчас. Так, ну тут, в общем, получается... В общей сложности... Так, ну смотрите, собственно, у меня получается здесь 4404 попыток. А теперь по поводу того, что я буду проходить. Я буду проходить следующим Critical Fusion. Спасибо всем, кто проголосовал у меня. На моей страничке опрос сделал. Циберхаус я буду проходить. У меня уже есть попытки. Лучшая практика на данный момент — это 42 попытки. Также я буду проходить Critical Fusion, так как я обожаю играть старые уровни, и он будет гораздо легче, чем Циберхаус. А еще он фановый, поэтому я буду играть и то, и то. Ну и как вы заметили, я тут практикую разные демоны: Хиперпаракозм, Хайперитехния, The Furious, Asanatos, ну, тут все подряд, в общем. Ожидайте моих видео, я их обязательно выложу. И я надеюсь вас удивить в этот раз. Мы с вами не прощаемся. И в следующем видео вы увидите прохождение Insane Demon. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.